Полицейские вернули украденную шубу жительнице Кировского округа. Накануне женщина принимала у себя гостей. Пришла подруга и привела с собой двоих мужчин. Пили много, часто выходили во двор покурить. Один из друзей заметил лежащую на полу нутриевую шубу. Улучив момент, когда хозяйка вышла из комнаты, гость положил манто в сумку и был таков. Женщина заметила пропажу только на следующее утро. Похититель планировал сдать меха в ломбард, но план не сработал. Зашел в ломбард. Показал шубу приемщику. Приемщику было 40 лет. Он посмотрел и сказал, такие вещи не нужны. Хозяйка оценила пропажу в 20 тысяч рублей. У шубы были особые приметы. Песцовый воротник и порванный подклад, заклеенный скотчем. Так как в ломбард манто не приняли, похититель повез украденное к себе домой. До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. 38-летний мужчина ранее уже был судим за кражи. За неудачную попытку с шубой ему грозит до 5 лет колонии. После написания явки с повинной и дачи признательных показаний подозреваемый пояснил, что похищенная шуба находится у него дома, после чего совместно с сотрудниками полиции был осуществлен выезд на адрес места жительства подозреваемого, где в присутствии понятых похищенная шуба была изъята.